Снова приветствую вас, дорогие друзья, на канале Various Game. Продолжаем развивать совхоз Пионер. И сейчас я еду на базу, да, вот, чтобы прихватить кое-какой прицеп. Вот, потому что, как вы в прошлой серии помните, мы запустили лесопилку, да, вот. И сегодня она у нас дала первую продукцию. Вот это древесную смолу и доски. Так, прицепляемся. Так, сейчас я загоню прицеп данный на мастерскую. Там слесарей попрошу, чтобы борт сняли. Борта, то есть откинули, сняли у прицепа, чтобы было удобнее грузить нам поддоны, да? Вот, так. Здесь вот примерно оставим вот так вот. Так. Ну вот, вот так вот, да? Так, борта откинули. Ну и поехали сейчас в сторону нашей пилорамы. Вот. И мы будем сейчас, вот, так сказать, продавать нашу первую продукцию, да? Вот. Это, наверное, для начала мы сейчас продадим древесную смолу, да? Вот, а потом также будем продавать доски. А, все понятно. Так, раз, два. А, так. Так, сейчас мы по максимуму кладовщицу еще раз попросим. Так, больше не помещается, да? Вот, давайте-ка сейчас мы тогда возьмем еще прицеп. И погрузим также еще доски. Давайте-ка примерно вот здесь вот у дороги вот так вот встанем, да? Два поддона вот как раз нормально будет нам, да? Да, вот сейчас вот так вот на ровное место надо встать, вот, чтобы... Так, шумно прям работает эта пилорама.
Так, я заранее вот на наш трактор прицепил вилочный погрузчик, да? Вот. Чтобы было. Сейчас вот попробуем с вот этой вот поверхности вот так вот поставить этот штабель досок, да? На прицеп. Так, везде все ровно, да? Хотя я думаю, если попробовать расположить. Эх, уронил. Так. Надо будет специальные это вилы купить, чтобы. Так, вот. Так, отцепляем. Я попробую сейчас их установить поперек. Да, вот так вот поперек установить. Я думаю, так вот поперек, наверное, больше влезет. Как вы считаете? Вот. Таким вот образом. То есть вот заберем уже, наверное, не два, да, вот. Аккуратненько вот так вот подтолкнем чуть-чуть вперед. Так, отлично. Аккуратненько берем, да? Отлично. Немножко вперед тоже толкнем, вот так вот. Так, коллизия так настроена, да, что вот прям впритык, конечно, не становятся они. Так, давайте-ка еще один поддон, да, возьмем. Так. Немножко, конечно, криво положил. Ну, ничего страшного, я думаю. Так. Так.
даже попал, да? Так. В следующий раз надо будет это поровнее как-нибудь встать вот. И так. Примерно вот так вот. Так, опускаем. Ну вот как-то примерно вот так вот, короче, и таким вот макаром мы повезем, да? Вот. Так, давайте-ка прикинем цены. Так. Сейчас сохранится, сохраняется, сохраняется. И у нас вот древесная смола и брусья дороже всего. Так, ну, в принципе, вот повезем, наверное, вот в транспортную компанию, да? Вот. Например, там, допустим, дорого стоит, дороже всех стоит, короче говоря, доски, да? И цена на древесную смолу потихонечку растет. Вот, 1466. Итак, вот мы загрузились, да? Давайте-ка все это дело закрепим тросами, да? Вот. И поедем потихонечку до транспортной компании. Так, 4 поддона у нас древесной смолы, да? И 3 поддона досок. Так, где у нас находится транспортная компания? Давайте-ка посмотрим по карте. Так, товарные станции. Так, транспортная компания у нас находится тут поблизости вообще-то. Я что-то не в ту сторону повернул, да? Вот. Так, ой, как прицеп болтыхается. И вот она, транспортная компания, да? Так. Откуда заезд тут? Так, аккуратненько заезжаем. Так, и смотрим, где тут можно продавать. Так. Так, давайте-ка сначала мы продадим наши эти. Так. А, вон она, да? Так. Так, то есть это получается вот сюда надо продавать, да? Вроде бы правильно попал. Так, я тут еще немножко не освоился пока. Ну, получается, да, здесь. Минут. Так. Давайте-ка вот так вот немножко вот встанем, да? Вот так вот, да? Пускай грузчики разгружают.
Так, ой, одна только продалась, да, почему-то? Ну, видать, наверное, под триггер не попал. Давайте подтолкнем, вот так вот, может быть, получится. Итак, вот мы продали древесную смолу, да? И продали мы ее на 5891, да? Вот. Ну и, в принципе, она в цене не такая-то дорогая, да? Вот она всего лишь 1473 стоит за один куб. Ну а сейчас посмотрим, насколько мы продадим теперь доски. Вот. Ну, в принципе, вот так вот по чуть-чуть. Но древесная смола, ее будет производиться много, я думаю. Вот, там целыми бочками, короче говоря. Так, давайте-ка теперь вот попробуем продать сейчас наши доски. Так. Так, потихонечку заезжаем. Так, сейчас аккуратненько разгрузим мы их, да? Так. Итак, досок мы продали на 17131, да, это вот 17 тысяч, получилось у нас 3 поддона, да, вот, по 4000 кубов, да, вот, ну, примерно, в принципе, так оно и должно было. Я вообще рассчитывал, что меньше будет, вот. Ну, вот так вот, в принципе, потихонечку можем мы на, как говорится, пиломатериалах, то есть на досках, да, будем зарабатывать вот так вот неплохие деньги. Вот, давайте-ка сейчас, наверное, еще загрузим, да? Вот, так, сейчас для начала древесной смолы. Так... Так, древесной смолы у нас так два поддона только получается, да? Вот. Так, а доски? Доски как раз три поддона еще. Вот, давайте-ка сейчас подъедем, загрузим их. Так, отлично.
Отлично. Древесной смолы, в принципе, много у нас. Надо будет еще, так сказать, скрафтить, да? Трактор пока сюда паркуем, да? Так. Так, почему-то выдает он нам только по два поддона. Ну ладно, будем по два забирать тогда. Так, давайте-ка возьмем трактор с собой тоже. Погрузчик а то у них сломался. Просит, короче, это, чтобы мы привезли свой погрузчик. Ну ладно, привезем. Что ж поделаешь. Так. Что, едет, едет. Поехали. Вай, прицепка качает. Так, надо поаккуратнее с досками ехать. Так, один остался непроданным, да? Ладно, мы его сейчас погрузчиком, если что, расшевелим.
Так, вот так вот встанем, чтобы удобнее было. Так, отцепим ремни. Так, и будем сейчас потихонечку, как говорится, отвозить и продавать на рампу. Так. Вот это сейчас заберем как-нибудь. Так, что-то не хочет. Сейчас, наверное, с той стороны чуть-чуть подтолкну. Грузчики такие говорят: ставь, говорят, ровнее. Оттуда, говорят, забирать не будем. Вот такие тут грузчики. То им свой погрузчик подавай. Что ж ты, он не хочет продаваться. Так, мы сейчас попробуем его вот так вот подцепить. Во, продался наконец-то. Так. И давайте сейчас мы продадим доски. Аккуратненько их разгрузим. Доски тают на глазах. Вот, один поддон досок стоит 5690, да? Ну, в принципе, неплохо. Если вот так вот их много-премного наделать, я думаю, мы, так сказать, на первое время вот поднимемся за счет них. За счет, как говорится, пионеровского леса, да? Так, только вот сейчас вот мне трудно будет, как я достану третью. Третий поддон. Ну ладно, мы что-нибудь сейчас придумаем. Так... Так, еще 5690, да? Ну, 5,5, в принципе, неплохо, да? Вот. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, не так быстро. Я хотел вот просто вот так вот снизу подковырнуть. Прицеп косится, да? Так, давайте-ка я немножечко... проеду и его слегка толкну. Так, тут еще не развернуться никак. Ой. А, бочки, оказывается, не статичные, они подвижные. Надо будет убрать с дороги. Так, давайте-ка немножко вот так вот встанем. Так.
И я вот так вот его слегонца сейчас просто толкну и все. Во-во-во-во-во-во. Вот так вот правильно. Сейчас вот бок не станет. И мы уже вот отсюда вот возьмем, да? Так. Так, только вот как бы правильно подъехать. Трактор, конечно, это не такой вот, допустим, простой вилочный погрузчик. Тут больше места надо для маневра. Ага, все, взял. Нормально. Так. И давайте-ка продадим тоже. Грузчики там что-то матерятся, ругаются. Подвози сюда, да? Так, и опять доски наши тают. Так, еще опять 690, да? Вот. Ну и поехали потихоньку дальше. Вот так вот будем продавать не только, конечно, здесь, а еще и в другие точки продажи, да? Так. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом пока мы, так сказать, заканчиваем это видео. Вот, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. А также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну, одними из первых. Ну и всем удачи, дорогие друзья, пока.